У этих трех машин повреждения почти не видны, а эти две увозят на эвакуаторе. Таков итог сегодняшней аварии на перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев. Виктор, он пассажир «Хонды», в случившемся винит водителя «семерки». Понять начал между машинами. На светофора срывается и пошел. Одну машину зацепил, потом мы чуть нас, чуть-чуть так срекешит, но там совсем немного. Предположение Виктора предварительно подтверждают и сотрудники ГАИ. Автоинспекторы предполагают, трогаясь с места, водитель «семерки» решил обогнать попутное авто. Машина задела «Ситроен» и «Хонду» и выкатилась на встречную полосу. Там въехала в бок «Шевроле» и лоб в лоб столкнулась с «БМВ». Внаслідок пригоди постраждалих немає. В даний момент проводиться оформлення матеріалів ДТП. Обставини причини буде встановлено пізніше. Парень, который был за рулем «Жигулей», от беседы с журналистами уклонился. Отвечать на вопросы не стал. Как оно все произошло? Я не знаю. За последний месяц это уже второе ДТП на перекрестке Матюшенко и Челюскинцев. В прошлую пятницу здесь столкнулись две легковушки. Григорий Пырлик, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».